Добрый день. В этом ролике мы поговорим о не менее частой проблеме, как геморрой, это трещина прямой кишки. Трещина прямой кишки – это обычная ранка, которая образуется вследствие надрыва слизистой в прямой кишке. Симптомами трещины являются болевые ощущения во время и после дефекации. Дефекация – это поход в туалет по-большому. Также появление крови во время и после дефекации. Причиной зачастую бывают запоры. Трещина прямой кишки, если они делятся на острые и хронические, это не проблема, если ее вовремя решить. Эту обычную ранку мы можем заживить с помощью обычных медикаментов и решив проблему запоров или частых поносов. Проблемой становится трещина, когда она перерождается с острой в хроническую. Хроническая трещина прямой кишки требует вмешательства проктолога. Это вмешательство, благодаря тому, что мы живем в 21 веке, имеем возможность решить ее менее радикально, чем решалась она до этого. Раньше делалось высечение этой трещины, делалась сфинктеротомия, так называемое надрезание сфинктера. Сейчас методика решения проблемы заключается в том, чтобы убрать рубцовые ткани в этой хронической трещине и создать комфортные условия для ее заживления. Здесь нам поможет лазерная хирургия, радиоволновая хирургия и нынешний спектр медикаментозных препаратов. Если острая трещина, человек вовремя пришел, мы убрали все провоцирующие факторы, сделали адекватное медикаментозное назначение, через 2 недели человек забыл о проблеме. Если трещина хроническая, здесь время после этой операции растягивается где-то до месяца. Трещина, длительно существующая, может приводить к таким неприятным вещам, как свищ прямой кишки, и даже описаны случаи, когда она перерождается в онкологическое заболевание. Поэтому трещину лучше заживить на самых ранних этапах.